Мечи смогут сами выбрать, какой дворовый проезд отремонтировать. Соответствующую заявку можно подать в администрацию округа уже с апреля. На асфальтирование дворовых территорий и благоустройство омских улиц выделили 150 миллионов рублей. Деньги поступили из федерального бюджета. Больше половины суммы уйдет на ремонт разрушенных межквартальных проездов. График разработают в ближайшее время. Первыми отремонтируют самые разбитые проезды. Мы подготовили документ, постановление, по которому будет проходить вся подготовка. А заключается она в том, чтобы привлечь к этому жителей города Омска, нашей общественной организации, в том числе территориальное общественное самоуправление в лице КТОСов, депутатов городского совета, и коллективным образом принять решение по определению этих самых объектов.